What a wonderful morning! Так хочется воскликнуть этим зябким питерским утром, вспоминая о том, что в нашем городе проходит Russian Kizomba Bachata фестиваль. Что такое бачата, вы уже узнали, если видели нас в пятницу. Сегодня вы узнаете все про кизомбо. Покажите, пожалуйста, кто это бубнит вместе со мной в студии. Потому что это переводчик Елена Науменко, и она объясняет все, что я говорю. Собственно говоря, кизомберо зукейра, так называются те парни, которые издают зукейра для того, чтобы все остальные кизомбери вокруг... Мика Мендес, он рядом с нами. Мика, good morning. Good morning. Ну и, собственно говоря, тот, кто сейчас покажет, как это бывает на вечеринках, когда один парень поет, а все остальные двигаются, это Атим. Атим у микрофона, мы передаем ему слово. É que teu amor é não vale conversar e se explicar. Calmamente sei que entendes. Não vale a pena se enervar. Pegar tuas coisas e passar. Prometo não te incomodar. Prometo nunca te ligar. Não vou te mentir. Tá me doer. Tá me doer. Идите к нам за стол, пожалуйста. Да, отдайте микрофон, правильно, идите к нам. Значит, сразу, Елен, расскажите, пожалуйста, спросите у ребят, потом скажите нам. Значит, это все из Анголы вообще изначально, да, потом через Португалию в Европу. И потом по всему миру, по всей Европе и дальше. Kizomba born in Angola. Родилась да. В Анголе. But all the community of Portuguese. В обществе португальцев, тех, кто туда приехали из Португалии. No kizomba and dance kizomba, and now kizomba is everywhere. All around the world, yeah. Танцуют во всем мире, она была популярной во всем мире. В Петербурге как к кизомбе относятся? Вот ребята приехали знакомить нас, или мы уже тоже часть этой субкультуры? Is it the first time that you bring kizomba to St. Petersburg, or because, how does Russia know about kizomba? Because the kizomba, the dance, the kizomba, the dance of the kizomba right now is like a popular dance, like salsa, and all the salseros all around the world start to dance kizomba like one year ago. Кизомба стала популярной во всем мире, она танцуется во всем мире так же, как другие танцы латиноамериканские, так как сальса, поэтому она также в России популярна уже. Ну это просто новое такое вот веяние именно вот латиноамериканская музыка. It's a new Latin dance. It's a new Latin dance. Yeah. Это новый совершенно верно, новый танец. Знаете, ребят, мы сейчас увидим тоже, так сказать, что-то новое относительно. Это когда очаровательная девушка, причем блондинка, в армии, ну, хотел сказать, зажигает, но, точнее сказать, служит по-взрослому. Посмотрите. Okay.
Мы благодарим Лену Попову. Возвращаемся к кизомба. Я прошу, так сказать, молодежь, кизомба, подростков не напрягаться. Не кизомби, не об этом речь. Кизомба. Это когда один поет, остальные, кто это слышит, они кизомба не могут усидеть на месте. Они начинают двигаться. Вот все это вместе есть кизомба. У нас сегодня вокальная часть. Сейчас ее представит Мика Мендес. Вот вы услышите этот ритм, и вы поймете, что сидеть на месте невозможно. Okay. Okay, cool. Fechado, não realiza que é tão bom viver. Mas com sensação, dos corpos e função, parece uma eternidade a ti. Minha alma gêmea, boa e minha perla, e só na bolar o que é. Очень красиво. Елена подсказывает, что это португальский язык, да? Да. Ну, то есть, родной для кизомбы, в принципе, португальский язык. Да. А, так и хочется спросить, потому что такая музыка и вот это все состояние, и вот это предполагаемый танец, все это настолько теплое. И хочется прямо спросить, парни, Санкт-Петербург, вай ноябрь, вай не июль, не июль, может быть, 11 месяц лета. Maybe it's gonna be another festival in June and July. Может быть, организаторы сделают в следующий раз в июне или в июле. Я думаю, что просто организаторы хотят чем-то в ноябре погреться, хотя бы как-то, maybe поэтому приглашают вас. Maybe the organizers want to get warmer in November, that's why they invite you. No, there is today, there is a pool party too. Сегодня будет бикини-вечеринка. Отлично. А вы слышали, кстати, что планируется, организаторы нам проговорили, что планируется бикини-вечеринка в декабре в Сибири, open air. We've been told that they're going to organize a bikini party in December in Siberia. Nice! You're welcome. Nice. Ну вот, когда... You're invited as well. Oh, thank you very much. Когда будете возвращаться с тех выступлений, если, конечно, будете, из Сибири просто не все возвращаются. Заезжайте к нам, мы с удовольствием попоем и потанцуем снова. Спасибо вам большое. Мы узнали, что такое кизомба. Мы узнали, кто такие кизомберо зукейро. Благодаря Атиму Мика Мендесу, ну и, конечно же, переводчику Елене Науменко. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы прощаемся на 19 минут. Через 19 минут продолжим.